Кого? Сообразил. У тебя в упаковке. Почему мой подарок пришел в такой коробке от Атитэч Буди, непонятно, но у нас все скрывается, судя по всему, на таможне и импортозамещение. Упаковочная бумага, сама коробка. Сейчас посмотрим описание. Все в иероглифах. Китайская, японская, какая версия, неизвестно. Сейчас будем смотреть более внимательно. Запечатано все как полагается. PSP на 256 гигабайт с диском. Смотрим. Тут вот, как полагается, наклейка запечатанная с логотипом. Судя по всему, версия японская по иероглифам. Параметры даже на русском языке чуть-чуть есть. Вскрывать не буду, так как, скорее всего, буду ее продавать. Поэтому даже комплектацию посмотреть немножко сложно будет.